Лисенко. Собственно, здесь вот к чему Зарик Нургалиев. Соп. Серия рикошетов. И вот третья шайба в ворота. А пас и лично Артем Галимов. Да, очень хорошо Галимов выбрал позицию перед воротами. И прямо на него. Все, кстати, очень быстро. Как-то если реализует большинство, то очень быстро, да? Угу. Первый гол от Барсовский, потом от Вениамина Барсовича, потому что 3 секунды здесь с отбрасами все началось и закончилось броском 95-го года. А Барс, молодец. Да, ну, здесь-то, конечно, никаких вариантов, которые у Паскуали не было. Очень близкое расстояние, бросок, соответственно, точный. И... А, так это вот еще и Галиев передачу-то сделал практически, там выбил шайбу из боя. А вот главное движение и дальше Спитакан. Надо было не промахнуться. Молодец. Галиев на Галимова. И Артем четвертую шайбу в сезоне забросил.